Тем, кто в этом году будет сдавать ЕГЭ, нужно успеть подать заявление до 1 февраля. 11-классники регистрируются по месту учебы, а выпускникам прошлых лет и учащимся профессиональных учебных заведений следует обратиться в управление образования. Существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Для получения школьного аттестата выпускнику нужно сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. В качестве дополнительных можно выбрать любое количество общеобразовательных предметов, необходимых для поступления в ВУЗ. Первый досрочный экзамен по математике пройдет в марте. По информации городского управления образования, на сегодняшний день поступило 689 заявлений.